Ребята, всех приветствую. Сегодня покажу, как правильно затянуть гайку на передней ступице. Как затягиваю я. Значит, ту же я не делаю, ребята. Незачем. Преднатяга никакого нет. Потому что и так нагрузка большая идет на переднюю ступицу на автомобиле МАЗ. Если еще делать преднатяг, так это вообще, конечно, будет слишком. Ну, а здесь, в принципе, вот эту вот гаечку первичную, регулировочную, закручиваю до конца, до упора, так, и возвращаю немножко назад, на одно деление или на два, даже если есть небольшой, как говорится, зазор в ступице, немножко наболтаться. Потом вот эта гайка, уже основная, которую притягиваешь, она притянет и эту немножко, и зазор этот пропадет. В принципе, будет нормально. Как раз то, что надо. И не туго, и, как говорится, и не слабо. Ну, эту гаечку потом надо будет законтрагать как следует. В принципе, и все. И можно кататься. Ну, в принципе, и все. Вот такой вот небольшой видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.